Всем привет, ребята. Ну что ж, сегодня у нас будет... Мото-тыгричи. Наконец-то сюда, точнее, ремастер. Ну что, давайте. Так. Джоэт Вен Продакшн, параметры. Музыку поменьше сделаем, аудиозвук. Спросит подтвердить. Некачественно тут все сделано, ну да пофиг. Значит, здесь всего 10 эпизодов. Не понимаю. Это действительно много за всю историю его мандалов. Это Игоря. Ну, может быть и вышло что-то годное. Посмотрим. Значит. Иконки изменены, вот это знаете что? Только название. Ну, мог иконки изменить, было прикольно. Ладно, обучение. Так. Джоуд Вейна Продакшн представляет, как достаться силы. Немного изменил логотип. Серия обучения. Так, привет, я Джоуд, я тут главный, я тебе покажу, и что я тебе покажу, как покрасить, что ты сначала посидеть с соседом. Тут попугай вместо собаки. Вот по спрайт части вот тут только изменено. Значит, он должен пройти. Кстати, а куда мы валить-то будем? Хрен, тут, а тут двери нет. А что делать-то? А ведь даже нельзя. Ну ладно, может быть, сейчас появится. Тут сейчас посмотрим. Так, тут, кстати, нет анимации. Бити. Потерялась. Так. В комоде мы нашли шарик. Ага. Отлично, уж мы сейчас отличим все это выполнить. Пока до конца нужно разбудить. А, мы должны попугая разбудить. Ага. Все, теперь я понял. Хорошо. Все, ха-ха. Так, ну полностью восполнено, кстати, тут. Видите? Отлично. Ну, слушайте, неплохо. Неплохо наблюдение. Есть на некоторые фокусы. Кстати, этот мод проходил, этот ремейк проходил, залил. Сейчас все хорошо посмотреть передачу на телевизоре. Идет, смотришь за какую-то женщину, она такая любопытная. Если не знал, то это Ольга была. По-моему, насколько я знаю. Вуди не любит это шум, поэтому... да, соседи не дочь. Подсказка, если некоторые, тогда может быть понятно. Загрузка данных. Вот это из Вуди возвращается взят. Мог, кстати, несколько экранов загрузки сделать, было бы прикольно. Кривовато, конечно. Так, что делать? Тут везде замки. Опа. Три пакости, да. Так, значит, берем аптечку, в туалетке нет ничего, да? Ну, мог, в принципе, просто добавить. Просто пейнтерьер был прикольный. Ну, кстати, еще изменить и пакости. Типа там клей использовать на телевизор. Было бы круто. Это, кстати, сделал легко, потому что я даже внимания не смотрю тогда делать. Так, ну, наверное, надо... Ага, то есть пиво, наверное, надо вот сюда. Пиво. Ах, он очень вредный вообще для взрослых. А ты не взрослый. Хотя, в принципе, если вы пьете, если алкоголь пить, то пейте что-нибудь так. Пейте что-нибудь высокосортное. Хотя бы вино. Водку не надо пить. Если пьете алкоголь, то пейте там виски, ром, вино, хотя бы, не знаю, высокого уровня или что. Но дешевое пойло не надо покупать. Оно, во-первых, вредно, а во-вторых... Оно, во-первых, очень вредно, а во-вторых, репутация его спасут. Репутации, по сути, нет. И, в-третьих, от него можно отравиться. Плюс водка считается, по сути, самым вредным алкоголем. От трех бутылок можно впасть в кому. И даже умереть. Это 250 грамм чистого спирта. Но пакости все те же самые абсолютно. Просто пока что просто поменялся интерьер. Ну, может быть, сейчас что-то изменится. Посмотрим.
Запись я там, надеюсь, идет. Я просто проверил, да, все хорошо. Так. Возобновить рестарт, который был позже. О, исправил наконец эту штуку, когда неполный процент был при нескольких пакстах. Что? Сейчас было написано плюс 10%. Про 93. Ага. Я думаю, сейчас 103% выберу. Отлично. День рождения. Наступил день рождения. Ясно. Ой. Ну. Тут, в принципе, почти ничего, опять же, не изменено. Новости о розыске. Нет ничего. 4 пакости. А как туда пробраться, меня интересует. Отвлечь его как-то. А, сюда можно ведь попасть, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Как это заниматься. Так, конечно. Ну, мог как консольную версию сделать. Почему бы и нет, в принципе. Да-да-да-да-да-да-да, я уже понял, кто представляет, кто не представляет. Иди сюда. Подарок. Такие подарки сосед отправлял в ящик добрых соседей. Ясно. Новости о розыске туда надо. И, а за, тогда только почему он побежит туда. Ну а какого хрена-то? Ну и проверяем. Дальше пришло тебе. Да быстрее приду только. О розыске, тогда ее куплю. Сюда должна была разыскивать полицию, но придумали. Не передумали, зря сохранилась фотка. Передумали. Давай, праздновать поскорее, мне надо наверх идти. Давай, вытаскивай. Все, больно. Мышеловка. Так-то, в принципе, скриптовые изменения, ну, точнее, вот это геймдата, их заменено, но все равно никак, ничего, в принципе, нового. Опять же. Я не понял, а куда новости о розыске впихнуть? Туда, что? Я не понял. Куда? Я не понял. Что, пройти нельзя, получается? Новости о розыске. Стоп. Кажется, я понял, что надо. Подождите, я кажется, вроде бы как понял, что надо. Может, тут новости о розыске надо, типа, на туалет, чтобы он увидел? Или что? Нет. На пол? Сюда? Нет, а куда тогда? Куда надо? Вообще ничего не понял. То есть уровень пройти получается, ну, фактически невозможно. Что тогда делать? Или может быть действительно в ящик впихнуть, я не знаю. Новости о розыске. И на торт может быть? Нет. Тихо. Давай. Ну куда ее висеть? Туда что ли вставить или куда?
Но все равно, даже если я только эти три пакса сделаю, я все равно уже вниз спуститься не смогу, да будет. Вот видите, как зациклено. Да давай, давай, проверяй ты быстрее. Не пришло там ничего, типа, хватит проверять. Все, 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 выходи, выходи. Ну действительно? Вон тут же ответили. Нет. Куда тогда? Нет, короче, не могут пройти, Игорь, извини. Пирог. Иконки перепутаны идеально. Да, сосед потом... Ясно. Что тут изменено? Ага. Типа, как в хардкоре сделали, что ли? Опять пакости. Ля-ля! Так, надо придумать слабитель. Слабитель, да, слабить жидкость. То есть надо как бы вот оперативно вот сюда сбить. Тогда тут быстро все надо выполнять. Иначе пройти нельзя. То есть тут это как бы хардкор. То есть надо вообще экстренно успеть. Хотя, посмотрите. Я думаю, может быть, отсюда начать, потому что, ну, не знаю. Типа он тут задержится, у нас будет куда больше времени подняться и все сделать. То есть, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Тогда, значит, выбегаем. Нет. Значит, смотрите. Мы выбежим сюда, когда он будет подходить только. У меня, надеюсь, от этого запись не остановилась. Нет. Ну, скриншот, но он для записи, так, ребят, он для приверки пригодится. Так, и выходим. Раз, два, три. Беги, беги, беги. Все, 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 теперь еще. Оперативно, оперативно. Быстро, быстро сюда. Раз. Вот. Он, кстати, долго чинит, это, в принципе, фору дает. Фуф, я думал, он уже сюда и сам. Ну, значит, вот еще и вот эти. Кстати, думаю записать теперь прохождение хардкора. Ну, если хотите. На три. Ну, вообще без читов. Там. Я там проходил, кстати, хардкор на стриме, где-то 30 мая, по-моему. Но там я без читов не прошу, потому что этим сезоном там начинается такая жопа, что пройти невозможно почти. Там очень уж сложно. Там, типа, во-первых, порталы, во-вторых, я даже перечислять не буду. Я там даже без чит. Я там последний уровень не прошел даже с читами. Это фитнес, по-моему, там. Точнее, большую стирку я не прошел даже без читов вообще. Прикиньте. Пианино с читами на скорость Вуди и бесконечным временем. Сосед был напряжен, Пакси решил поиграть на пианино. Честно, все ясно. Хотя нет, по-моему, время там было ограничено, но все равно. Был чит на скорость Вуди и на что-то там, по-моему, еще. Ну, тоже думать надо.
Мне интересно, как это надо проходить. То есть шкаф, получается, надо прятаться и бегать. Он мог тут укрыть, в принципе, сделать. Ну, две пакости всего лишь сделать, это нормально. Так что давайте туалет устроим. Сюда, 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 давай. Ну, то есть он найдет нюхать. То есть уже все понятно. Как проходить, я имею в виду. Да, это, кстати, стилистика из конца универсии. Давай, да блин, поздно вышел. Давай, давай, давай. У нас есть время, давай уйдем. Давай, 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 быстро. Король или тушку. Ну это просто так. Добавь. Она никакого, в принципе, ценности не несет. Фу, на Леон. Ну и скорее всего у нас вторую часть просто добавил. Это легко. Либо, возможно, он делать будет возвращаться. То есть, подождите. Вы сейчас серьезно говорите, что он после яйца в туалет побежит? Очень странно, конечно, но... Ладно. Давай, 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 нюхай, нюхай. Так. Фух, вовремя. Давайте, у нас есть секунд 10 где-то. Прежде чем он побежит рубать этих детей. Быстро, быстро, быстро. Вуди, 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 давай, давай. Вуди, 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 Вуди. Подождите, а как он микроволновку-то заметит? Лучше пройти на него. А-а-а! Понятно. Значит, понятно. Ну, слушайте, ну хотя бы, ну да, есть, конечно, новые пакости, в принципе. Но он, возможно, просто спрайт взял вот все. Если кто его знает. Кстати, зачем действительно гаечный ключ? Точнее, блин, какой гаечный ключ? Зачем тут нужно было использовать микроволновку? Просто для интерьера. Все, он взбесился 100%. Не. Так. Чистая ванна. Грязная вонючка решается чистым от ванны. Смотрит свои фото в детстве. Ясно. Ну что, спим? Рискаем, давайте. 4 пакса всего. Ну, не так много. Это, в принципе, немного. Может, даже сейчас успеем взять. Еще. Давайте рискнем. Давайте. Быстро, 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 Вуди, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Иди сюда. То есть вот эту часть можно вообще не трогать. Окей. Так, у нас будет достаточно времени, чтобы вообще сделать все. И все. Мы успеем, в принципе, бутылку набрать. И все в ванну подкрутить. Так, отлично, мы прям вовремя вышли. Идеально. Давай сюда. Давай, давай, давай.
Давай. Но все равно, да, это прикольно, но это ремастером не назовешь. Почти вообще ничего не изменено, опять же. Да, графика изменена, пару скриптов долго. Больше вообще ничего. Ничего интересного, опять же, мод. Фактически пустой. Это пост вообще из консольной версии взят. Ну, вот это только. Больше ничего. Мог там, я не знаю, стол хотя бы изменить банально. Ну то, что мод пустой, это косяк. Ну да, типа двери закрыты, это добавляет сложности, ТРПР, и комод закрыт. Это круто, но ничего глобального нет. Был бы это ремастер, должен был быть что крутое, типа пару новых паксов хотя бы. Хотя бы чуть-чуть. Снова 10%. Что это за косяки хоть идут? Типа 103%. Это пройти невозможно, говорю же. Утро сосед стал 10 утра, решил отдыхать от солнца и пить кофе. Ага, перерыв без соседей недалеко. О, божечки. Кастрюлю открыть. Ясно. Так бы спагетти. Мерзкий же соус на этих спагетти. Ну да, пару новых паксов есть, но это еще что такое-то пак. Но они в основном все были взяты. Просто, скорее всего, мне кажется, он просто спрайт изменил. И все. Конвертер. КДС есть открыт. На спрайт КДС есть в открытом доступе. 4 пакса надо сделать. Еще поищем. Тут банановый куджуру не взять. Ни при каких условиях. Где типа схема эвакуации? Сучу, пожалуй. Давай, быстро. Может быть, успеем. Давай. Ни хрена себе, я успел. Слушайте. Как так-то? Так, а где следующий предмет набрать? Упаковка мыла. Ясно. Мыло надо использовать, да? Ай, ладно, давайте этот уровень. Прости, но я этот уровень пропущу. 2 подарка сосед, решил поехать на отдых. Там встретить мамашу с большим подарком. Вазы и статуи вместе с корзиной. Выйди в порт подарки к твоей соседу. Но здесь хоть что-то изменено. И как тут? А, мы успеваем. Надо помниться тут. На это пару минут. Нет, точнее, это одну секунду, пару секунд изменить скрипты. Точнее, не скрипты, а просто геймдата. Я зря сюда пошел. Может, ускориться? О, давай даже не смог заметить.
тут надо ключом, да? Уже засыпай, ты быстрей. Позируем, позируем, да, да. Давай, 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 как это у нас и... что делать? Подождите-ка. А, тут комод и бутылка, да? Ясно. Ну, в принципе, сделать не особо чего много надо. Вот это можно... Давай сюда. А, то есть тут не надо вообще ничего делать. Так. Давайте-ка ускоримся. В смысле? А, дизельный мотор. Все, значит, раз, два, три, четыре. Это было несложно. Стол, кстати, зачем действительно добавлять вторую часть? Никакой цели он не несет, хоть это прикольно. А, мусорная ведь так, мусорку мы уже смотрели. Давай, давай. На 25%. Олег. Снова 103%. Да что это за баги? Снова мне хотели 103% начистить. Так, у меня сосед делает хороший день. Что значит делает хороший день? Это шашлык. Представляете? Кстати, это спрятать погоду. Так, а за мясом мы сюда идем. Господи, это еще что? Посмотреть на кастрюлю. Надеюсь, будем возвращаться для этого. Дай твою мать. А где мясо-то находится? Что он сюда идет? Вон мясо. Или нет, где мясо? Вот это мясо? Или это не из будет возвращаться? Я не помню, короче, ничего. Так, 5 баксов. Это. Да. Иди. Короче. Мексиканский равенский. Я, кстати, скоро открываю новый канал, где я буду стримить. Ну и также там выпускать иногда видосы. Я, наверное, его Сорс Кирилл назову. И он будет уже совсем скоро. Я планирую его 10 марта открывать. То есть в эту вторую среду. Среда у нас. Так что ждите. Так, я соседа ускорил немножко. Короче, все, я уже все понял. Отсюда берем. Отсюда не надо брать. Давай сюда. А крачек только куда? Фух. Я же думал, сейчас спалит. Почему двойной звук?
очень интересно. Так, он сейчас пойдет есть. Так, яйцо, яйцо. Куда нам надо применить яйцо? Яйцо. Туда что ли? Типа яйцо в вине, вино. Не знаю. Пока не знаю. Ну, можно, в принципе, смотрите. Вот сейчас. Блин, зачем я это сделал? Он же за мясом вниз пойдет. Так, ладно. Может быть, его как-то не успею. Давайте сейчас соседа отключу. Я сейчас пока... Вы сейчас узнаете, зачем это все. Он вот сейчас пойдет за мясом. А я тем временем его покормлю цветок. Давай засыпай быстрее. Он, кстати, быстро заснул довольно-таки. Так. Тут вот мы ускоримся. А карачок, да? Да-да-да. Давай наверх. Он сейчас запьем, вот сюда пойдет, да? А что, яйцо? А что надо? Бензин на вино? Они жестко ли? Все. А бензин надо... Бензин надо, наверное, на барбекюшницу. Бензин, наверное, на барбекю надо, блин! Чёрт его побрал! Кстати, время заканчивается, мы сейчас можем проиграть. Осталась минута, мы, скорее всего, не выиграем. Еще мы не выиграем. Нет, я не знаю тогда что. Два. Ну он сейчас опять пойдет за. Но три пакости мы сделаем. Этого хватит? Минимально, если 65, я думаю, что да. Давай, давай, сосед, пожалуйста, успей. Значит, и пакости будет. Какие еще? Я без понятия. Мусорку мы осмотрели. Мы вообще все осмотрели. Давай, быстро, быстро, быстро ешь. Быстро ешь. Нам не хватит. Блин, ну 5% не хватило. Ну блин. Чуть-чуть не хватило. Кстати, там боксик сухой. Ай, спорт, йога и другие зарядки. Будет делать спорт лучше, чем так. Что это значит? Лучше, чем так. Кстати, не прервалось у нас ничего. О, вы видели, что сейчас было? Уже полчаса запись идет. Видели, что сейчас было? Вуди запаунился. А где сосед? Сосед сейчас придет, да? Сосед сейчас придет. Или что? Или что? Не понял. Он сейчас здесь придет, да?
Или что, или он отсюда появится? Найди сосед. Или что, он невидимый, что ли? Ну-ка. Подождите. Меня это крайне интересует. Подождите-ка, может его как-то позвать надо, я не знаю. Ну и где он? Его нет. А, мы его призвали, что ли? Я не понял. Подождите. Подождите. Или он приходит? Я не понял еще. Подождите, мы его призвали или что? Или он приходит, что? Сейчас я посмотрю. Я сейчас проверю, что. Ну вот, смотрите. Никого нет. Сейчас мы попугая забаламутим. Ну вот. Откуда он появляется? Ну, ты где? Да, он приходит. Да, он приходит. Все, теперь он приходит спустя. Он приходит спустя где-то минуту, насколько я понял. Типа нам дают время на подготовку. Ну, круто ж. В принципе, он дошел без багов. Я когда помню, ремагин делал, там были баги. Все, опять пакости. Только время на подготовку-то зачем есть тут у них? Так мало. Так, ладно, все. Я интерьер изучу. Я готов. Значит, идем сюда. Там. А, тут не надо идти. Да блин, Вуди. Что должно было. А, там стероиды, но они не использовались никогда. Так, значит. Она что, книгу изменит? Кстати. На что книгу изменит? Блин, ладно, все. Сейчас мы этот уровень все-таки допройдем. Я запомнила местоположение предметов. Может, давайте сразу его изменим? То есть поломаем. Давай сюда. Шарики можно тут рассыпать? Давайте сразу сюда. На книгу, наверное, ничего использовать нельзя, как я понял. Так, ну две пакости мы уже сделали. В столе ничего нет. Выглядите. Тут что-то новенькое. Слушайте. Он здесь штангой занимается, все, я понял. Я понял, что делать с этой пилой.
Может быть, мы сейчас и вниз успеем. А, она еще на подуте будет заниматься. Так что я смотрите вообще как рекомендую. Я рекомендую вообще сразу вниз спуститься и тут сразу заюзать. Блин, я забыл, что тут даже собака есть. Внизу. Блин, я только потеряла. Жаль, конечно. Ну, что поделаешь. Блин, что делать? Давайте теперь пройдем, чтобы вообще окончательно сделать прям действительно хорошо. Мы успеем сейчас. Давай-давай. Я, кстати, молчал сейчас. Подождите, а он поскользнется, я надеюсь? Я надеюсь, что он поскользнется. Я крайне на это надеюсь. Зачем? А куда фломастер? Куда флом... Блин, книгу измазать! Точно! Кстати, а зачем он вниз еще будет спускаться? Подождите. Сам погоди. Подождите, так он... Так он не будет до сюда доходить, как тогда... Ой, господи. В общем, сразу сделаем вердикт. Ну вот, смотрите, он не дойдет. Короче, вердикт. Ничего практически не изменено. Скучный ремастер. Это даже не ремастер. Извини, Игорь, но это даже ремастером не назвать. Это просто тупо мод. Это просто тупо мод, где просто изменено пару скриптов и больше ничего. Куча недоработок, куча багов, куча много чего. И твои ЧСВ, ну уж слишком много калюют. Ты считаешь, что твои моды самые лучшие? Ах, не только. Thank you.
там минималка? 65. Ну 65, наверное, не будет. Пройду еще раз. 3 бакса сделаю, больше не надо. Тогда поступим вот так. Я вниз спускаться не буду. Просто сделаю вот так. Раз. Дальше. Иди наверх. Зачем я взял? Блин. Ядарит Мадрид. Можно, в принципе, 4 пакости сделать. Еще и вот эти баги. Это, в принципе, классика для модов. Гражданина. Спой песенку. Что тут за юзе? Короче, все. Я не буду больше за мной проходить. В общем-то, вот так вот. Ссылку, значит, я думаю, что оставлю в описании. Ну и, в общем-то, вот и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на колокольчик. Всем удачи, всем пока.